Вот у меня так, вот эти, про крысы-то я совсем забыл, это же мои детки тоже, да. Я их сейчас кормлю, сейчас вот пойду в город, хлеба наберу, потому что хлеба прорвано, вам. И вот, а у меня этих сейчас крысы, они уже утром бегают, эти крысы, потому что место им не всегда. Маленькие, такие маленькие крысята, и какие-то всякие разноцветные, белые, всякие там у меня родились, да. Я вот их всех кормлю, да. А их собаки даже на них внимания не обращают, они как бегают туда. Правда, коршуны вот вокруг меня летают, летают. О, короче, я люблю, когда у меня что-то все много плодится, представляете? Вот это все плодится, вот, ой, вот это богатство мое. И мне как-то весело жить, я вот. И они мне как бы дают, ну, такое. Я не скучаю, короче, постоянно о себе напоминаю. Вот жертвы, если нету, да, вот крыса, а. Вот около тебя вот так будет туда-сюда, говорит, вот нам жрать надо. А я говорю, вот нифига, а вы тоже помогайте мне, и вон, у тебя же травка, все, вот, ешьте что-нибудь. Это так-то, я же не могу всю ораву эту накормить. Так что думайте тоже своей башкой-то. И вот я всех кормлю. Короче, там у меня мух много, до всего навалом мух. Короче, мухи это. Тараканы. А тараканы, знаете, откуда у меня появляются туда? Я же этим, всякие телефоны берут, все это набираю. Они в этих телефонах, всяких, в аппаратурах, все тараканы. Оказывается, в квартирах прорва тараканов. Ну, еще народ у нас, видать, хороший, содержит тараканов, любит тараканов. Потому что и так, они же сейчас тараканы, как? Вот у меня вот сейчас тараканы, они как человечные тараканы, вот так. Они как люди, понимаете, тараканы вот эти. А сейчас вот, а люди теперь уже не люди, а тараканы натуральные. Все переменилось. Короче, тараканы превратились в людей, а люди превратились в тараканов, в крыс.